Здравствуйте, друзья! В этом уроке мы с вами рассмотрим ситуацию, когда что-то пошло не так и возникла необходимость в полной переустановке Home Assistant. Мы воспользуемся тем преимуществом, которое нам дает установка в Docker. Мы не будем трогать операционную систему, изменения затронут лишь контейнеры. Я надеюсь, что все, кто попал в такую ситуацию, смотрели мой урок 7.1 про автоматизацию создания бэкапов и сохранения их на Google Диск. Как всегда, все команды в текстовом виде вы найдете в файле, ссылка в описании. Сейчас мой тестовый сервер вполне работоспособен, но представим себе, что он наглухо умер. Первый этап действий происходит в консоли сервера. Сначала останавливаем сервисы Hassio, их два. Потом отключаем этих же два сервиса. Наконец удаляем их. Теперь удаляем файлы и папки Hassio. Это удалит в том числе и конфигурацию. Убедитесь в том, что у вас есть рабочий бэкап системы. Мой тестовый сервер теперь уже реально мертвый, процесс стал необратимым. Теперь нам нужен портейнер. Кстати, именно поэтому его нужно ставить отдельно, а не как аддон к Hassio. Переходим к меню списка контейнеров. Отмечаем и удаляем все, кроме портейнера, и если у вас есть еще какие-то свои отдельно поставленные контейнеры. Теперь переходим в меню образов. Тут то же самое. Удаляем все, кроме портейнера. Некоторые контейнеры не получится удалить с первого раза, поэтому к ним применяем режим форсированного удаления. В докере у нас останется только портейнер. Возвращаемся в консоль. Можно еще раз убедиться в том, что у нас в докере крутится только портейнер. Операционная система никак не пострадала и в настройке не нуждается, поэтому сразу переходим в режим рута. Запускаем установку Hassio. На момент съемки этого видео в официальном скрипте в очередной раз допустили ошибку, которая препятствовала установке. Поэтому тут я воспользовался исправленной версией. Но изначально нужно пробовать именно официальный вариант. Ждем, пока все скачается и установится. В портейнере начали снова появляться контейнеры Hassio. После появления контейнера Landing Page будет доступен и веб-интерфейс. В общем, это стандартная установка, все как обычно. Создаем пользователя и пароль, остальные шаги пропускаем. Переходим к восстановлению бэкапа. Для удобства ставим Samba сервер, чтобы перебросить файл резервной копии. Подробнее про Samba я рассказывал в уроке 9.1. В ее конфиге я меняю только имя пользователя и пароль. Запускаем.
С Google диска забираем файл бэкапа за ту дату, когда все работало нормально. Его копируем в папку бэкап по IP-адресу вашего сервера. Возвращаемся в веб-интерфейс и в меню Supervisor переходим в раздел Snapshot. Справа вверху нажимаем кнопку «Обновить». Нажимаем появившийся бэкап и выбираем опцию «Wipe and Restore». Этот процесс может занять довольно длительное время, и 20, и 30 минут и больше. После восстановления вы получите точную копию своего сервера на дату создания бэкапа. Первый старт может занять больше времени, чем обычно. Иногда может понадобиться дополнительная перезагрузка. Как мы убедились, вариант с установкой Hassio в докере позволяет довольно быстро и удобно удалить, переустановить и восстановить Home Assistant, при этом никак не затрагивая настройки операционной системы. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые видео, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также акции и купоны на товары умного дома вы можете найти в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч!